Вы смотрите новости онлайн. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Эта поговорка вспоминается каждый раз, когда две заклятые подруги, Элина Мазур и Виталина Цымбалюк-Романовская, начинают полоскать грязное белье на публике. Особенно в последнее время. Разошлась Мазур, которая охотно делится подробностями личной жизни молодой экс-супруги Армена Джигарханяна. Кто же такая эта Элина Мазур и какие цели она преследует? Журналисты выяснили у таролога, ясновидящей Марианы Абравитовой. Гадалка считает, что до такой степени двуличного человека надо еще поискать. Она человек-перевертыш. Спокойно говорит о каких-то ужасных вещах, которые затеяла в сотрудничестве с подругой Виталиной. И выворачивает это таким образом, будто все это было искренним и невинным. А экс-супруга Джигарханяна на ее фоне выглядит настоящей змеей, рассказала медиум. Но на самом деле Абравитова уверена, что обе женщины сделаны из одного теста. Они все замышляли вместе, разрабатывали план, поэтому очень смешно слышать от Элины, что она прозрела и все поняла слишком поздно. Сейчас Мазур явно прорвала. Она выворачивается как может, потому что запахло жареным. Женщина поняла, что ей угрожает уголовная ответственность, и сейчас либо пошла на сделку со следствием, сдавая Виталину со всеми потрохами, либо просто включила механизм самозащиты, прокомментировала поведение подруги Виталины таролог. Положение Мазур очень зыбкое, а раскаяние мнимое. Сейчас она просто пытается вылезти из болота, чтобы не завязнуть в этом жутком скандале вместе со своей подругой. Одно могу сказать точно. Карьеру Мазур нигде больше не сделает. На ней теперь клеймо на всю жизнь, добавила Марианна. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!